Поздравляем всех православных, кто отмечает праздник Пасхи. Это все-таки действительно праздник о том, что смерть отступается, да, о том, что это все победимо. Преодолимо, так скажем, да. Интересные кадры были вот в эту субботу, когда из Иерусалима храм гроба Господня, вот нам показывают, развернули российский флаг. Там огромное количество людей. Я несколько раз бывал вот на этой церемонии схождения благодатного огня. Удивительное, на самом деле, действительно событие. Несмотря на то, что вот кажется такая толпа, очень много людей, да, там тяжело, может быть, даже находиться. На самом деле, да, это с физической точки зрения, наверное, смысл — это такое тоже испытание своего рода, потому что ждать приходится много и долго. Ну, звук, может быть, вот то, что происходит, кому-то покажется немножко странным, да, это вот... Арабская молодежь православная, она, как правило, в храме ведет себя активнее всего до, вот, до схождения огня. Часто там, кстати, разворачивают флаги. Вот видите, сейчас попытались там развернуть украинский флаг, но не дали его развернуть собравшиеся. Арабская молодежь, которая так себя очень немножко странно ведет, может быть, нам православным, тем, кто в храмы привык ходить, очень непривычно такое наблюдать в храме. Вообще, когда я, помню, выходил в прямой эфир оттуда, на радио. Многие в звуке это немножко необычно слушается. Похоже, что ты на таком на футбольном матче находишься. Вот такой там гул стоит, потому что люди кричат. Это такая своего рода тоже традиция. Ну, вот она обязательно, это арабская молодежь, они вот своим поведением, своими такими странными, может быть, немножко танцами, плясками, криками, они это молитвы читают на арабском языке, выкрикивают и просят Господа о схождении огня. И причем считается, что чем, ну, тоже такая традиция, чем громче они кричат, тем, значит, они доказывают свою веру, свое православие. Это немножко непривычно для нашей традиции, для нашей культуры. И действительно, это такое больше для подготовленной аудитории. Но этот год действительно особенный, потому что это первая за несколько лет Пасха, когда верующие смогли без каких-либо ограничений праздновать в храме, действительно. Да, там, на самом деле, ранее еще была такая традиция. Вот в этом году, насколько я понимаю, не было, там отпирали храм. То есть раньше даже запускали еще к вечеру еще запускали людей, не занимали там места. Есть такая легенда, что, по-моему, в первой половине прошлого века вот эти вот арабская молодежь, она очень была, возмутила очень... англичан, которые там господствовали в то время, и запретил английский губернатор арабской молодежи входить в храмы вот с этими своими плясками, там, значит, взывать к схождению благодатного огня. И по легенде, патриарх долго молился, несколько часов, а огонь так и не сошел, пока уже там по решению патриарха самого под свою ответственность не пустили обратно эту арабскую молодежь, и тогда огонь сошел. Ну, такая красивая легенда про традиции, которые нельзя нарушать ни в коем случае, и вот они в этом году все были соблюдены. Так что всех еще раз с праздником Светлой Пасхи. То есть этот Запад, этот и США, и Европа, они фактически поддерживают нацизм, они вернулись к нацизму, забыв про большую победу, которую когда-то вместе над этим нацизмом одержали, вроде бы. Ну, даже показательный пример, встреча на Эльбе, все стерто из памяти, только мы в России о ней помним. 25 апреля, знаменитая историческая встреча, два лейтенанта наши стали символами, все забыто. Говорят, ситуация слишком неопределенная для такой встречи. То есть сейчас... Это в Торгау сказали, да? А да. В Арлингтонском кладбище тоже решили не проводить, потому что тоже не очень, да? Сказали, что неуместно. Ну, неуместно сейчас вспоминать о совместном подвиге там, советских и американских солдат. Неуместно вспоминать об этой атмосфере, то, что вспоминают ветераны. Вспоминали ветераны, пока еще были живы. Об атмосфере оптимизма, об атмосфере дружелюбия, которая царила там. Потому что действительно очень непросто все далось. И вот когда на берлинском направлении были немецкие силы, там последние, наверное, боеспособные силы сосредоточены, их армии Первого Украинского и Первого Белорусского фронта взяли в кольцо, было понятно, что будет встреча союзнических сил, и американские солдаты даже готовили ко встрече с советскими солдатами, нашла интересную информацию, распространяли такие брошюры, где были описаны, как узнать советского солдата, как он выглядит, какие у него отличительные черты характера, такие общие, видимо, совокупные, и, ну, в общем, это кардинально, драматически отличается от тех брошюр, которые сейчас находят и распространяют по территории Украины. Встреча красноармейца.
Вот, какие-то слова, основные команды военные русские были, на русском были, ну так, в транслитерации представлены, чтобы удобно было прочитать, на самом деле, если приглядеться, конечно, язык сломаешь. Очень таким доблестным представлялся советский солдат. Глава Пентагона и госсекретарь США побывали на Украине. Они хотели приехать тайно, но их визит раскрыл Владимир Зеленский. Украинский президент проанонсировал встречу, тем самым нарушив протокол. Договорились о новой военной помощи. Вашингтон выделит на нее 322 миллиона долларов. Это будет не партия оружия, а деньги, на которые Киев сможет купить то, что ему нужно. Боевые системы и оборудование. В ближайшее время на Украине появится новый посол. Кого на это этот пост выдвинул Джо Байден, расскажет Вера Десятого. Это первый визит высокопоставленных чиновников США на Украину с начала российской спецоперации. Поездка должна была проходить в строгой секретности. Журналистам, которые приехали с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином в пересадочный пункт Польшу, было запрещено освещать поездку до ее окончания и сопровождать чиновников в Киев. Но усилия американской службы безопасности подорвал Владимир Зеленский еще раньше. Он нарушил дипломатический этикет и заранее объявил о приезде гостей из Вашингтона. Но даже после этого Пентагон и Госдеп не признались, что едут в Киев, и не комментировали анонс Зеленского. Встреча американца с президентом Украины состоялась и длилась 3 часа. По ее итогам глава Пентагона заявил, что характер боевых действий изменился, так как Россия сосредоточилась на восточном направлении. Поменялись и военные потребности Украины, и Зеленскому теперь нужно больше танков, артиллерии и боеприпасов. У него настрой на то, что они хотят победить, а у нас настрой на то, что мы хотим помочь им победить, сказал Ллойд Остин журналистам в Польше. Так что США объявили, что продолжают поставки оружия Киеву. Вашингтон выделит более 300 миллионов долларов военного финансирования. 165 миллионов пойдет на закупку боеприпасов. Тем временем американские дипломаты, покинувшие Украину до спецоперации, начнут возвращаться. А посольство США в Киеве может открыться в ближайшие пару недель. Его и возглавит новый посол. Джо Байден объявил о своей кандидатуре на этот пост. Он выдвинул Бриджит Бринг. Сейчас она глава дипмиссии Словакии. У нее насыщенная карьера с репутацией сотрудника военного времени и говорящая фамилия. Бринг в английском – край пропасти, а бринкменшип переводится как «балансирование на грани войны». Свое первое назначение за рубеж Бриджит Бринг получила в Белград, работала в политическом и консульском отделе. Как раз накануне и во время бомбежек НАТО Югославии. Потом ушла в тень на Кипр и появилась в Грузии, уже в должности начальника политико-экономической службы. В ее срок была война в Южной Осетии. Потом она снова начала заниматься вопросами Южной Европы, но вернулась в Тбилиси, уже в роли заместителя посла. Но подняться на ступень выше ей не дали. Несколько лет спустя грузинское правительство выступило против ее назначения послом, так как она слишком благосклонно относилась к Михаилу Саакашвили. Ее называли куратором бывшего президента. Бриджит Бринг была и в Узбекистане. Считается, что она приложила руку к выходу Ташкента из ОДКБ, организации договора о коллективной безопасности. Она долго ездила вокруг России. Неудивительно, что на сайте Госдепа сказано, что Бринг говорит по-русски. Возможно, это поможет ей найти общий язык с Киевом. Вера Десятого, Вести ФМ. И очень важная тема с сегодняшним визитом в Киев Блинкена и Остина. Потому что сначала они напустили морок на эту историю. Вот было как-то даже немножко смешно, когда в субботу сидит Зеленский на станции метро, и будто бы вот эти проезжающие там поезда, это из одного из них там должен выскочить Блинкен там из последнего вагона, пока еще двери не захлопнулись. Но дальше, когда так начинаешь смотреть, и Белый дом как-то об этом не хочет говорить. То есть они держали этот визит в тайне. А потом все состоялось. Вот кадры мы тоже сейчас покажем, как проходила встреча Блинкена и Остина. Зачем им нужно было приехать в Киев? Вот символизм этой истории, он в чем? Да, приветствую вас. Действительно, конечно, попытка какой-то конспирации имела место быть. Я думаю, что она, ну, понятно, с чем связана. Да, все-таки Киев, несмотря на то, что там не ведется, наверное,
боевых действий в непосредственной близости около этого города, но, тем не менее, в любом случае, не самая безопасная зона, и поэтому, в общем, оценивая все риски, я думаю, что пришли к тому, что вот нужно как-то все-таки засекретить этот сам визит вот так, как он должен был пройти, а потом уже, когда и господин Блинкен, и господин Остин появились в Киеве, уже можно было с ними провести саму пресс-конференцию. Ну, смотрите, символизм, конечно, в первую очередь важен с точки зрения того, что это первый визит официальных чиновников США подобного уровня на территорию Украины вот с начала нынешнего кризиса. В Киев уже за последние недели побывало немало западных лидеров, и Борис Джонсон, британский премьер, и Ван дер Ляйен, и лидеры стран Восточной Европы и так далее. Но с Америкой как бы вот была определенная заминка. Помним все, как Джо Байден приезжал в Варшаву, в Ржев, в Польшу, да, и там произносил всевозможные речи по поводу Украины. Но все-таки как бы Польша — это не Украина, да, это немножко другого уровня был визит, и всем было очевидно, что, наверное, там, именно Байдена на Украину отправлять не будут. У него не было, во-первых, мотивации и необходимости туда ехать, как вполне возможно была у Джонсона, которому нужно перебить все свои там внутренние скандалы. Вот Байдену как бы в этом плане немножко попроще. Ну и к тому же, я думаю, что в целом визит Байдена на Украину, скорее всего, привел бы к каким-то очередным скандалам, связанным с его оговорками и так далее. Не стали отправлять и вице-президента Камалу Харрис, хотя об этом ходили слухи. Но в итоге, вот видите, ограничились отправкой двух таких очевиднейших технократов. И госсекретаря, и министра обороны, которые приехали, выступили вот с этой вот символической пресс-конференцией, сказали о том, что там наша цель — это ослабить Россию, чтобы она проиграла, значит, вот в этом украинском конфликте. Ну и пообещали дополнительно, как мы знаем, еще какое-то количество сотен миллионов долларов военной помощи, там вплоть до 700 миллионов. Для этого, в принципе, не обязательно было ехать в Киев, как мы знаем, почти каждый день Белый дом и так предоставляет эту самую военную помощь. И Байден уже жалуется на то, что у него заканчиваются те резервы, которые были ему одобрены Конгрессом, и придется как бы снова где-то выискивать деньги. Но как бы, чтобы совсем уж с пустыми руками не приехать, ну вот решили приурочить очередной вот этот транш на 700 миллионов в виде военной помощи к, соответственно, визиту этих двух чиновников. Поэтому все прошло в штатном режиме, довольно рядовое мероприятие, хотя, конечно, в любом случае мы понимаем то, что и для там, условно какой-то украинской пропаганды, да, визит подобного рода американских чиновников, ну, играет какую-то роль, они это будут, безусловно, использовать в своих медийных войнах. Но они там еще пообещали, что вернутся дипломаты американские в Киев. То есть это тоже, что заработает, да, посольство, что все возвращается на круги своя? Да-да, первыми, как мы знаем, кто объявил о возвращении как раз своих дипломатов из Львова и Варшавы, точнее, из Львова и пригородных городов Польши в Киев, это были британцы за несколько дней до этого, и теперь, да, американцы последовали. Ну, как бы пытаются показать то, что, в принципе, вот видите, у нас ситуация на фронтах уже как-то выглядит лучше, мы, типа, побеждаем якобы, и, соответственно, все возвращается к какой-то мирной жизни в самом Киеве, поэтому можно уже и наших дипломатов туда возвращать. Хотя мы также понимаем, что, во-первых, там дипмиссии, они очень сильно сокращены. И, конечно, если снова запахнет жареным вокруг Киева, то, конечно, их в один момент соберут и обратно отправят во Львов или еще дальше в Польшу, если потребуется, соответственно, это сделать ради безопасности самих дипломатов. То есть это все можно осуществить очень быстро. Но пока что, да, вот нужно показать то, что вот мы, соответственно, одержали такую якобы символическую победу. Байден об этом говорил в своем недавнем выступлении, что это Battle of Kiev, то, что, вот видите, была такая какая-то большая битва за Киев, видимо, на уровне Сталинградского сражения, и вот мы все вместе в ней победили, и теперь, соответственно, вот такими жестами показываем то, что можем что называется, пожинать лавры победителя. Ну, опять же, это все, безусловно, работает в каком-то пропагандистском ключе, но я думаю, что имеет не самое важное значение на, собственно, поле ведения боевых действий. Приходят новости. Байден сообщил, что был на связи с Блинкеном и Остином во время их поездки на Украину. На вопрос об оценках визита Байден ответил, что он прошел хорошо. И Байден рассказал, что... Вот это самая грустная история, которую мы видим. Байден рассказал, что пытался вчера созвониться с Макроном, но тот был занят. Праздновал победу на выборах. Он звонил, но он ему не ответил.
Ну, вот видите, это уже какая-то система такая. Да? Мы слышали и о том, что лидеры стран Персидского залива не отвечают на звонки господина Байдена. Ну, и теперь вот уже и Макрон не ответил. Ну, окей, у Макрона была, безусловно, уважительная причина, все-таки сидя на ночь выборов и так далее. Да, я думаю, что ему сейчас хотелось бы немножко дистанционироваться в целом от американской власти, хотя бы символически. Но учитывая, какие сильные антиамериканские настроения во Франции, да, а он как раз пытается сплотить это расколотое французское общество после вот этих всех состоявшихся выборов. Поэтому я думаю, что здесь какая-то еще была для него, может быть, политтехнологическая игра. Вот. Ну, а что касается, собственно говоря, того, что, значит, Байден сказал, что визит прошел хорошо, ну, да, наверное, для американской стороны там ничего внештатного не случилось, поэтому можно сказать то, что прошел хорошо. Можно об этом еще поговорить, там красивые фотографии сделали, показывать их на пресс-конференциях и так далее. Ну, наверное, ничего большего от этого визита никто и не ждал, ну, и, в общем-то, ничего большего на нем не случилось. Вот что удивительно, когда следишь за рейтингом Байдена, он так стремительно как-то падает, и вообще какой-то исторический минимум по президентам, когда мы видим уровень доверия, уровень поддержки. А почему? Ведь они же, по сути дела, воюют на территории Украины. То есть тут разгоняется военная риторика на территории США. Вот тут у них есть какой-то понятный враг и такое зло, которое они выставляют в виде России. Но при этом рейтинг продолжает падать. Это же, я не думаю, что это как-то связано с тем, что он ходит и здоровается с воздухом и бегает от кроликов. Тут же, наверное, что-то поглубже, вот так социологически. Ну, это действительно очень хороший вопрос, очень глубокий вопрос, мы его можем долго обсуждать. Действительно, первые недели украинского конфликта была попытка со стороны Байдена представить себя вот таким президентом военного времени, wartime president, который действительно традиционно очень популярный в США. На там можно вспомнить, какой был запредельно высокий рейтинг у Буша-старшего во время операции в «Буря в пустыне» в районе 90%. И не менее высокий рейтинг у его сына Буша-младшего сразу после событий 11 сентября и, например, перед началом интервенции в Афганистан. Но здесь это все-таки не работает, потому что я думаю, что большинство американцев, они, конечно, не рассматривают и не считают, и в глубине души не верят в то, что Америка сейчас находится в каком-то прямом военном конфликте с Россией, например. Да? Да, то, что украинский кризис, безусловно, да, ему уделяется большое внимание в прессе, да, если там медийная пропаганда работает и так далее и тому подобное, но все-таки он происходит далеко, за 10 тысяч километров от границ США. И хоть он и происходит в Европе, но, во-первых, эта тема уже постепенно поднадоедает американскому зрителю. Ну и, во-вторых, все-таки отношение к нему такое, вот, как к какому-то абстрактному конфликту. Ну вот, есть война в Йемене, да? Ну вот война в Украине. Ну, украинский конфликт. Примерно вот такого же рода вещи. То есть для нас, безусловно, для европейцев это имеет гораздо большее значение, потому что как бы у наших границ происходит. Да, но все-таки Америка находится сильно довольно далеко от него. Вот поэтому я думаю, что попытки представить Байдена президентом военного времени, они, в общем, ни к чему не привели. И здесь, как вы правильно отметили, рейтинги падают. На не помогает, конечно, ситуация в экономике, да, которая не улучшается. Это рекордная инфляция. Помню то, что в марте этого года инфляция в США поставила очередной рекорд 8,5% с 1981 года, наивысший показатель. Топливный кризис, который не решается. Там, цены на бензин, на дизель находятся на рекордно высоком уровне, на газ тоже. Кто немало машин в Америке ездит. И как-то вот это все вместе складывается, плюс к тому, безусловно, и ну, довольно странное поведение Байдена на публике, и там с его оговорками, с попыткой пожать руку призраку и так далее. Ну, вот, и, в общем, как-то он предстает уже не президентом военного времени, а вот таким слабым и безвольным лидером, который лишь как-то пытается реагировать на все большее количество кризисов, которые его окружают. Мы же помним то, что рейтинги Байдена, они, ну, были довольно стабильны вот первые там, месяцы его президентства. Да? Но ситуация начала меняться, когда случился сначала миграционный кризис, конец весны, начало лета 2021 года, а потом Афганистан, и вот он уже обрушил рейтинги Байдена. И потом все пошло по накатанной. Да? Это инфляция, и Украина, и так далее. И, в общем, как-то передышки-то у него не получается. И главная проблема даже не только в том, что кризисов много, а в том, что он постоянно всячески не может показать себя лидером, который готов и способен на них отвечать. Да, потому что ну, там ни одна из мер, которые принимал Байден вот, в рамках этих кризисов, она особо ни к чему не привела. Да, он и миграционный кризис, в общем-то, не решил, ни инфляционный кризис не решил. Ну, Афганистан просто сам собой закончился, как мы видели. Да? Ну и украинским кризисом тоже, я думаю, что всем понятно и очевидно.
топливный кризис тоже никак не решается. Несмотря на вот эти вот совсем уже отчаянные потуги Байдена выливать нефть из резервов США и так далее. Ну, мы видим то, что это, там, может быть, отчасти стабилизировало рост цен, но как бы не обрушило их до того уровня, на который он, может быть, сам рассчитывал. Поэтому в итоге, если это все мы вместе просуммируем, да, окажется то, что, ну, а в чем как бы вот суть поддержки Байдена, то есть почему его нужно поддерживать? Вот я думаю то, что если бы американское общество было еще, ну, все-таки менее поляризованным, чем оно является сейчас, то его рейтинги были бы еще ниже, потому что объективно, ну, как бы сложно сказать вот хотя бы какое-то одно единственное достижение за там полтора года его президентства. Но в связи с тем, что в Америке, конечно, очень сильная поляризация межпартийная, да, и где там немалая часть населения будет поддерживать своего политика просто потому, что он как бы представляет их партию, и там, условно, треть населения будут всегда поддерживать демократа в Белом доме, просто потому что он демократ, то, конечно, там определенная поддержка у него все равно сохраняется, но действительно она как бы уже находится на рекордно низком уровне, если мы будем сравнивать всех президентов США современного периода вот на второй год президентства, что там 33-35% ни у кого такого низкого рейтинга не было, даже у Трампа. Но не говоря уж там про Обаму, про Буша-младшего, у которых второй год президентства был очень бойкий по поводу связи с рейтингами. Ну и, конечно, это, в общем-то, угрожает далеко идущими политическими последствиями для Байдена, и для демократов. Что в этом году пройдут выборы в Конгресс, через уже полгода, чуть меньше полугода осталось до них. Ну и, конечно, если такие низкие рейтинги у действующего президента, то, ну, в общем, шансы на то, что демократы пролетают на этих выборах, становятся очень-очень высокими. Теряет большинство в обеих палатах, а это, в общем-то, приводит к тому, что уже на следующий год Байден превращается в президента хромую утку окончательно, и придется ему там и отбиваться от расследований Конгресса, и это, возможно, процедура импичмента, ну и так далее. Приходят сейчас срочные сообщения. Эрдоган заявил, что во вторник созвонится с Путиным, и Песков подтвердил планы провести телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник. Вот, конечно, интересно наблюдать за Турцией во всей этой игре за миропорядок новый, как все это будет выстроено. Что мы, как вообще мы должны относиться к Эрдогану? Это кто? Он точно не друг. Ситуативный партнер и партнер ли после там закрытия там неба для нас? Ну, это действительно очень сложный вопрос. Там, враг моего врага мой друг, да, есть такая логика. Я не уверен, работает ли она в контексте Турции. Очевидно, что, конечно, Турция заняла такую самую выгодную позицию, как и многие другие страны мира, да, собирает кешефты со всех там и поставляет вооружение Украине, там, в каких-то аспектах, да, в чем-то готова сотрудничать с Россией, но в чем-то, как вы правильно отметили, например, в связи с тем, с закрытым воздушным пространством, наоборот, уже занимает, наверное, более антироссийские позиции. При этом нужно понимать, что как бы, как, опять же, там эксперты по вот этому региону любят говорить, там любая альтернатива Эрдогану, она еще более националистически настроена будет и еще более радикальнее, скорее всего. Поэтому вполне возможно, что Эрдоган — это меньшее зло среди всех вариантов. Вот. Плюс к тому, как мы все с вами отлично знаем, отношения с США у Эрдогана, ну, мягко говоря, прохладные. Да, это с тех времен, когда там происходила попытка переворота, потом покупка С-400 и так далее. Ну и в целом Эрдоган как-то слишком независимо себя ведет. И что особенно, наверное, претит, не нравится администрации Байдена, учитывая то, что им бы хотелось то, чтобы вот все вот так шли одним маршем и везде поддерживали в русле какой-то одной политики США и поддерживали любые решения Америки, чего, ну, некоторые страны отказываются делать, даже при этом сохраняя относительно дружелюбные отношения с Америкой. Да, это касается, наверное, Израиля, нынешнего правительства, ну и Нетаньяху даже в большей степени, ну и, конечно, Эрдогана. Поэтому я бы рассматривал его, конечно, не как друга, не союзника, а просто как меньшее зло. А Китай? Вот тоже интересно. Вот сейчас по китайскому направлению, как мы взаимодействуем? Вот насколько Китай нам помогает по ходу вот этой экономической войны, которая против нас ведется, санкционной войны? Ну, я пока не видел со стороны Китая каких-то недружелюбных действий в адрес России, особенно в экономике. Ну, как минимум, все, что мы наблюдаем, показывает то, что, во-первых, Китай не присоединяется никаким санкциям. Китай не открыто критикует Россию по поводу украинского кризиса. Китай готов, и китайские компании даже готовы идти сейчас, как мы знаем, на то, чтобы оказаться под угрозой вторичных санкций США, если это, ну, станет ответом на их активную торговлю с Россией. Да, вот, напомню, то, что совсем недавно китайский энергетический гигант Синоус вышел с рынка Канады и США.
как раз вот под угрозой, из-за угрозы вторичных санкций, потому что вот она закупает российские углеводороды и в том числе сейчас будет покупать, я так понимаю, те доли в российских крупных энергетических корпорациях, которые раньше принадлежали западным инвесторам. А в Америке и в Канаде это, конечно, вызовет резко негативную реакцию, поэтому есть шанс, то, что ему что-то заморозят, поэтому он заранее выходит из всех своих иностранных активов. Поэтому, конечно, Китай, опять же, не стоит думать, то, что он как-то пророссийски настроен. Китай, безусловно, у власти находится очень национально ориентированное правительство, которое в любом конфликте всегда будет отстаивать именно интересы Китая, а не интерес какой-либо другой стороны. Это вполне естественно. Вот. Другое дело, что, конечно, сейчас, ну, как-то занимать открыто антироссийские позиции, мне кажется, Китаю не имеет смысла, просто потому что у них и так там глобальное противостояние идет с Америкой. Поэтому подстраиваться под американскую повестку, мне кажется, Китаю нелогично. Вот. Ну и как-то вот так ситуативно получилось, то, что мы союзники в этой ситуации. Ну, в той или иной степени, как минимум, пока это вот сейчас так видится. Но вот сейчас весь мир наблюдает за тем, что происходит на Украине, как мы себя поведем, как мы поступим. Вот Индия, она же тоже находится в ранге колеблющихся. Вот куда, что, как. А когда туда приезжают в Киев Остин и Блинкен, это как-то может на Индию повлиять? Ведь туда тоже приезжают американцы, они тоже пытаются как-то продавить. Джонсон туда приезжал, они его хоть этот нарядили в касту не самую низшую, но там вот вторая снизу, насколько я помню, по всему этому кастовому и индийскому делению. Для них это какой-то сигнал вот, для внешних игроков? Ну, я напомню то, что не только Джонсон, но и господин Блинкен приезжал. И как раз в нынешний украинский визит, он был следующий после индийского. Да, и вот визит Блинкена в Индию, ну, иначе как провальным не назовешь. Потому что там как раз много шло разговоров о том, чтобы давайте как-то вот Индия будет занимать антироссийские позиции, может быть, присоединиться даже к санкциям против России. А, ну, в общем, Индия очень прохладно к этому отнесла и сказала, что мы как бы имеем свою выгоду, торгуя с Россией, покупая там с дисконтом нашу нефть и так далее. А, ну и Блинкен, в общем, по итогам этого визита еще сделал, на мой взгляд, очень непоправимую ошибку. Он начал обвинять индусов, возможно, там, с обидой, я не знаю из-за чего, в нарушениях прав человека. А, как мы помним, то, что действительно в прошлом Индия тоже находилась под санкциями США из-за вот того, что американцы их обвиняли в нарушении прав мусульман и так далее. А, поэтому здесь, конечно, это прям взорвало вообще низкий общественный дискурс, и к Блинкену, и в целом позиции администрации Байдена стали относиться к тому, что вот белые колонизаторы к нам приехали и начинают объяснять, как нам вести свою политику. В общем, довольно скверное было отношение, конечно. А, ну, с Британией складывается ситуация, ну, чуть получше, хотя тоже, на самом деле, несущественно лучше. А госпожа Трасс, министр иностранных дел Британии, приезжала как раз сразу после начала украинского кризиса, ни о чем договориться и не удалось. А потом был запланирован визит депутатов британского парламента. А они изначально объявили о том, что мы будем вот говорить о санкциях, но и в итоге как бы Индия сказала о том, что мы как не готовы это с вами обсуждать, и, в общем, визит был даже отменен. Просто-напросто. Ну и последний визит, конечно, Бориса Джонсона, он же был чем показателен? Тем, что вопрос санкций вообще... 40 секунд. Да, то есть Борис говорил про свои какие-то интересные вещи, там, торговые отношения и так далее. То есть уже сразу было понятно, что, конечно, Индия к ним не присоединится, поэтому Борис об этом даже не говорил. В общем, Индия занимает такую вполне здравую нейтральную позицию. Андрей Михайлович Сафонов с нами на связи, член Ассоциации независимых политологов Приднестровья. Андрей Михайлович, я вас приветствую. Расскажите, что произошло. Вот мы получаем с места событий, это здание МГБ в Тирасполе. Вот такие кадры, где уже все оцеплено полицией, где выбиты окна, разбит вот этот сам подъезд к зданию. На земле валяется гранатомет. Что сейчас пишут? Что говорят? Какие версии? Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в Приднестровье милиция, а не полиция. Но это, как говорится, дело не меняет. Судя по тому, что было опубликовано уже в разных источниках, было произведено несколько выстрелов из гранатомета по зданию МГБ. Удары пришлись по верхним этажам. Но кроме того, надо сказать, что, конечно же, органы Министерства госбезопасности – это именно та структура, которая занимается контрразведывательной деятельностью. Пока еще не слышно о том, что были взяты злоумышленники, один или несколько. Введен, конечно, соответствующий план перехват.
И я думаю, что еще впереди сообщение о его результатах. Но однозначно можно сказать, что первое – это теракт. Потому что удар по органам контрразведки – теракт он и есть, и ничем другим быть не может. И второе – это акция, направленная однозначно на дестабилизацию в Приднестровской Молдавской Республике, которая до сего дня жила относительно тихо. Я имею в виду, не было никаких силовых акций такого рода. А кому это может быть выгодно, чтобы жизнь была неспокойна? Я думаю, что выгодно это может быть первое. Тем, кто хочет дестабилизировать еще и миротворческую операцию, которая все последние 30 лет считается самой успешной на постсоветском пространстве, и, в общем-то, не было ни одного практически выстрела, ни одного инцидента такого рода. Во всяком случае, те 30 лет, которые остались позади, они говорят именно об успехе такой операции. И второй момент – это, конечно же, националисты самых разных государств, включая соседних, неофициальные органы. Официальные органы с жесткими заявлениями не выступали. Но в социальных сетях, в некоторых СМИ националисты, радикалы высказывались о том, что Приднестровье либо надо вообще уничтожить, либо нанести по нему как минимум удар. Я полагаю, что у нас сейчас нет данных о том, чтобы называть кого-то конкретно, но то, что это силы, которые хотят посеять здесь еще одну горячую точку, создать ее, это точно. Это можно сказать так. Вот когда спецоперация началась на территории Украины, как это все воспринимали, что об этом говорили в Приднестровье? Приднестровье с самого начала приняло несколько десятков тысяч беженцев из Украины. Приднестровье заявило о том, что оно прежде всего настроено на то, чтобы этих беженцев разместить, снабдить всем необходимым за счет государственного бюджета. И более того, Приднестровье, как известно, помнит, что в 1992 году как российские войска, так и украинские добровольцы помогли, безусловно, отбить атаку прорумынских националистов, которая была тогда предпринята. Поэтому Приднестровье нигде не подставилось, не дало основания считать себя враждебной в отношении кого бы то ни было. Но, видимо, все-таки есть такие силы, которые хотели бы уничтожения приднестровского государства. Или, как минимум, его дестабилизации и втягивания в какую-то кровавую провокацию. Вот то, что сейчас происходит и в Молдавии, когда мы видим заявление Санду по поводу Георгиевской ленточки, по поводу символов победы, вот это как вообще все понимать? На мой взгляд, если подходить предельно объективно и основываться строго на фактах, мне кажется, что ситуация эта создана западными кураторами Республики Молдова, потому что для самой Молдовы сейчас проводить раскол общества в такой ситуации абсолютно бессмысленно. На мой взгляд, это можно было сделать или позже, или раньше, но не в такое время, когда неподалеку имеется горячая точка. Но раз это сделано, то, по всей видимости, решили уколоть Россию, укусить ее, нанести ей удар еще и с этой стороны. Мы видим, что по всему периметру постсоветского пространства, а точнее даже по периметру границы с Россией, идет целенаправленная линия на окружение ее целым кольцом либо провокаций, либо враждебных режимов, либо каких-то ситуаций, которые грозят в будущем обернуться конфликтами. Ну и, конечно, вот эта ситуация, связанная с георгиевскими ленточками, с символами победы, даже с советскими кинофильмами о Великой Отечественной войне, это лишь звено в большой цепи такого рода провокаций. Дальше будет все сильнее это нарастать и разжигаться? На мой взгляд, во многом это зависит, конечно же, и от успеха российской дипломатии в отношениях с Республикой Молдова. И, конечно, в том, чтобы Приднестровье сейчас, во-первых, конечно, не поддалось панике, а я думаю, оно и не поддастся, но, с другой стороны, все сохраняют бдительность и верят, что силовики, которые смогли на протяжении 30 лет после войны обезвредить несколько опасных ситуаций, они сейчас окажутся на высоте и пресекут деятельность тех, кто пытается сейчас посеять у нас вот такой хаос и панику. Уверен, это не пройдет. А у людей отношение какое
Вот, ведь народное настроение, оно, в принципе, даже и понятно. Ведь поддерживают люди и помнят ну, ту историю свою, историю своей страны. А когда такие выпады происходят, они-то как сейчас реагируют? Люди понимают четко так. Все те атаки на Россию, которые идут и со стороны националистов Кишинева, они, безусловно, разбиваются о единодушие приднестровцев в плане отношения к победе, к нашей истории. Нет сомнения, что 9 мая на парад Победы и нашествие Бессмертного полка выйдут практически все с георгиевскими ленточками на груди. У нас будут показывать и дальше советские кинофильмы. Ну а что касается тех дестабилизаторов, которые хотят сейчас все это сорвать, то, повторяю, они получат достойный отпор. И с этой угрозой, с этими испытаниями приднестровский народ справится, как и со всеми предыдущими. Андрей Михайлович, я когда представлял, оговорился, президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов с нами на связи. Андрей Михайлович, вот продолжая тему Приднестровья, а куда делся Андрей Михайлович? Сейчас вернем в эфир. Вот по тому, как все это может разгораться, как все это может продолжаться на территории Приднестровье. Вот сейчас последние сообщения, которые приходят. В Тирасполе обстреляли Министерство государственной безопасности Приднестровья. Выстрелы производились из трех РПГ-22 или РПГ-27. Предварительно пострадавших нет, повреждены верхние этажи здания. Сейчас на месте теракта работают следователи, саперы, пожарные и специалисты других экстренных служб. И, Андрей Михайлович, вот продолжая эту тему, а люди-то как? Они сейчас напуганы? Они понимают, что это может дальше так все пойти по сценарию раскрутки? Румынское влияние. Ведь когда мы смотрим на Санду, и такое ощущение складывается, ну это вот здесь вот со стороны, что как будто бы страну передают в румынское лоно. Насколько это верно? Можно даже расширить то, что вы сказали. Дело в том, что Румыния сейчас позиционирует себя как наиболее близкого военно-политического союзника Соединенных Штатов в регионе. И, конечно же, есть определенные преференции за, так сказать, верную службу. Прежде всего, это приоритетное влияние из всех стран Восточной и Южной Европы на территории Республики Молдова. Ну и по инерции, по всей видимости, пытаются залезть и в Приднестровскую Молдавскую Республику. Вполне логично предположить, что румынская разведка работает не только на правом, но и на левом берегу Днестра, для того, чтобы составить представление как о приднестровском военном, промышленном, интеллектуальном потенциале, о политической ситуации внутри ПМР, так и, конечно же, о российских войсках на территории нашей республики. Было бы странно, если бы это было по-другому. Как известно, в Румынии всегда была очень сильная дипломатическая школа и достаточно хорошо, я бы сказал, очень хорошо развиты специальные службы.